Уровень коррупции в Украине вырос. Это отмечается в исследовании PricewaterhouseCoopers, одной из крупнейших мировых аудиторских компаний. Она входит в так называемую «большую четверку аудиторов». Компания фиксирует ситуацию по коррупции в 123 странах. Каждый третий украинский респондент ответил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних 2 лет. И если 2 года назад в 56% организаций так или иначе сталкивались с коррупцией, то в этом году уже в 73%. Это почти в 3 раза выше общемирового показателя.